Нюким, Нюким, Нюким! Иди сюда! Давай, сюда. Давай, покажи, что тут... Смотри! Офигеть! Охренеть, господи! Классный, да? Это пипец! Хвоя золотая! Эх! Прям реально! Блин, ну почему у меня родители такие бедные? Вот бы нам тоже такие машины, да, Вов? Печально, такие красивые. Блин, смотри, а тебе как больше нравится? Вот это желтая и та желтая? Или это золотая? Ну не знаю, это больше золотая. Мне лично больше вот этот Додж. Это как форсажи, помнишь форсаж, да? Ну да, да, точно. Лишь бы нас не спалили. Такие колеса, диски. Ой! О, вон он наверху! Блин, дай слезть! Дай слезть! Здравствуйте! Мы тут просто убираем доски. Я не помешал? Что вы тут делаете? Ну-ка. Да а зачем вы тут бревна подложили? А это просто наоборот, случайно, так да, убираем. Мы хотели убрать, мы хотели убрать. Ах, не было, я вчера ходил, обходил свой дом, не было пеньков, ну, тут сейчас, что сейчас, это? Сейчас, вот сейчас, принёс, сейчас, все уберем, вот все уберем. Вы такие молодцы, ну хорошо, ребятки, да. Хорошо. Убирайте, убирайте. Дядя, давайте. А кем вы работаете? Откуда у вас такие машины классные? О, это пенсия. Я на пенсию работал всю жизнь. Вот теперь и смог себе позволить счастливую старость. Да. Ну круто вам, круто. Ну офигенная пенсия тогда, да. Офигенная пенсия. Потому что работал очень-очень много. И откладывал ладно. Денежки. Да себе, мы поняли. В кармашек, да. Ладно, Вов, пойдем отсюда. Извините, пожалуйста. Вы не убрали еще до конца, убирайте. А, хорошо. Ну, ладно. Так. Молодцы. Ой, какие тяжелые. Все, все. Ну все. Отдавайте мне бревна теперь эти. Я. Дядя, ну может мы пойдем, а? Нет, ребятки, я смотрю, вы такие молодцы, у меня для вас есть одна работенка, вы же хотите хорошо время провести? Да, да. Ладно, да. Ну отлично, все, пошлите за мной ко мне, не бойтесь, пошлите. Не, Вова, не иди. Пошли. Нас на УБЖ учили, что нельзя ходить. Не пойдем мы к вам. А нет. Видите, какие машины у меня хорошие. Смотрите, я вам покажу их поближе. Пошлите. Переходите вот эту. Не хочу. Да ладно, пошлите. Ну, если что, я буду кричать просто дико. Я буду орать на весь мир. Все услышат. Я надеюсь на это. Да, проходите. Проходи, мальчик, проходи. Офигеть. Ну ты дед, страшно. Охренеть. Вот, отлично. Все, по дому не бегать. Идите за мной. Пошлите. Ну пойдемте. Не, в дом не пойдем, Вова, не пойдем в дом. Не слушай его. Внутренний. А какой дом? Всё. Нет, не дом. Все. Видите, это мой бассейн когда-то был. Но он у меня... Это песочница скорее. Засорился, да. И вот я старый, сам не могу его убрать. Может быть, вы мне поможете? А что нам за это будет? У меня настроение будет хорошее, что-нибудь придумаю. Да. Ах, ну ладно. Вы вроде человек добрый. А, подождите. У меня с собой лопаты нет. Сейчас схожу за лопатами. Подождите здесь. Ну давайте быстрее только. Блин, ты смотри, это мне не нравится. Какой дождь! СРТ-8! Офигеть! И номера не русские какие-то. Глянь, а вот это русская, это Маруся! Прикинь, да? Надо траву убрать, блин, как он... Он за ним не следит, походу. Ребятки, Ламборгини. Я пришел, идите сюда. Вот, держи. Это тебе лопата, а вот это тебе. Все. И что делать? А, убирайте землю вот эту. Убирайте. Ну, давайте. Убирайте. Ну, вроде это не так уж и сложно. Даже конечно, просто. Конечно, не сложно. Ой, я старый, мне сложно. Так, только, я даже не знаю, это ничего, да, что мы вам тут землю и оставим? Или вам отдать? Землю? А, можете... Стой, Вова! Это может быть ловушка! Спускайтесь. Мы вас раскусили. До конца убирайте. Ну тогда вот все убрал.
А всё, вон брал. Там лежит еще снизу. Что с ним будет? Она трубы засорит мне. Вова, спустись ты. Да не, вдвоём. Ищи дурачка, нет. Хорошо, тогда, слушай, дядя, отойди за забор. Отойди за забор, вон за тот. Отойди. Отойди. Это мой дом, я тут решаю. А то не полезу, а то не полезу. Я боюсь, что ты меня там закроешь. Ой, ёшкин кот. Собирай землю. Вова, я с лопатой, не бойся, не бойся. Сейчас. Забирайся, забирайся, мальчик. О, спасибо, дядя. Слушайте, пожалуйста, мне кажется, мы у вас ошибались. Сюда. Мы почему-то подумали, что вы какой-то там, ну, плохой Чего? Дядька. Ну, там детей бьете или какой-то Нет, маньяк. Нет, я детей люблю. Пошлите, пошлите, дети. У меня настроение хорошее. Я теперь вам еще кое-какое задание дам. А взамен, если вы решите поучаствовать, вас ждет награда. Какая? Да. Скажите, пожалуйста, какая? Это очень хорошая награда, вы узнаете, как только выполните, если вы, конечно, согласитесь. Ну, пошлите. Ну, вы скажите сразу, чтобы мотивация была, а дядя. Нет, интересно в том, чтобы не знать до самого конца. Нет. Ну... Все, мы отказываемся с Вовой. Мы отказываемся, пока не скажете, мы отказываемся. В таком случае найду каких-нибудь других детей, ладно, до свидания. Да почему, дети. Блин? А какой прикол тогда? Ну и чё? Дядя, ну скажите. Какой-то шанс. Пожалуйста, ну чтобы мы знали. Ай, ну пожалуйста. Если скажете, мы вообще с удвоенным рвением будем помогать вам, дядя. Ой, ладно, нетерпеливая молодежь. В общем, я для вас сделаю такой спор. И тот, кто выиграет, получит себе одну из моих машин. Ого! Офигеть! Да, мы, конечно, согласны. А, ну отлично, теперь слушайте, что нужно делать. У вас у каждого есть по одной лопате. Да. И, как вы поняли, я любитель бассейнов, поэтому тот, кто из вас сделает самый большой бассейн, вот около какого-нибудь водоема, вот где-нибудь выберите местечко. Ага. Так, я чуру здесь. Машина. Я вот здесь. А вот еще ведра вам нужны, чтобы заполнять их водичкой-то, а то... Ага, спасибо. Воды, спасибо, дядя. А сколько у нас времени? Времени у вас есть. Я приду, как посчитаю нужным, так что делайте и... И что, у кого будет лучше, на ваш взгляд, тому вы отдадите машину? Больше, мне нужен бассейн. Да, давайте я вам скажу... Я, в общем, пойду домой, как вы посчитаете нужным, или как мне лучше сделать. Ладно, давайте время засеку, так будет честнее. Ага. У вас на все про все будет 5 минут. Вот, пять минут? Все, я погнал. Я в дом пошел. Это надо перекусить, чтобы были силы. За мной для начала. Зайдете, так, что у меня еще есть? Да? Ай, блин, сникерсы тупые. Да они вообще не сытные, лучше бабушкину курицу съем. Так. Не, ну все-таки нечестно. Вов, ты кушать хочешь? В общем, на, возьми. У меня есть. Ладно, есть. Хорошо. Так, все, быстрее. Спасибо. Размещаем территорию, допустим, вот такую. Так, потому что если она будет слишком большая, то это будет мне, ну, как бы, это плохо, потому что я возьмусь за кусок пирога, который не смогу проглотить. И в итоге у меня будет недоделанный бассейн, а Вова, пускай он будет и меньше, но он будет, если более красивым, то тогда выберут его по-любому. Так, быстрее. Спеши. Нюким, ну ты бедный. Прикинь, ты эту машину продашь. Сколько твои родители смогут заработать денег? Ты же всех обеспечишь. Нюким, давай старайся. Так. Нужен не только большой, но еще и красивый. Он же красивый, поэтому, может, я еще и досок наберу. А, точно, чтобы сделать доску, знаете, для ныряния вниз. Поэтому надо не только глубокий бассейн, но еще и чтобы дно у него было каменное, да, чтобы... А иначе вся вода, она утечет по-любому. Так, ну вот еще последний делаю слой, и дальше бегу, допустим, за гравием. Да, точно, там был гравий у него, я видел на дорожке, оттуда выкопаю гравия по-быстрому, и я сделаю дно из гравия. А? Как вам идея? Мне кажется, идеально. Так, ну для гравия нужен еще один слой глубины. Эх, блин, время все меньше. Эх, черт, интересно, что там Вовка делает? Ладно, он мой друг, поэтому все будет по-честному. Я не буду жульничать.
И пускай, если он и выиграет, то ладно, хорошо, меня покатает. Хотя он, конечно, не такой бедный, у него семья довольно обеспеченная. Вон даже одежда у него хорошая, у меня вот видите, рваная вся. Но все-таки дружба есть дружба. А, блин, как мне вылезти-то отсюда? А, пофиг, вот так, по старинке. Вот по старинке выберусь, потом выкопаю. Да... О, нифига, да реально у него крутой бассейн там. А, быстрее, быстрее, быстрее. Да беги, ты почему-то не бежишь? Так, так, так. Ай, скоро лопата сломается уже. Ай, блин, он же меня будет ругать. Вот, давайте будем закрывать, короче, песком. Гравий лишний. Да, 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 чтобы он не ругался. Как раз таки будет куда девать. Вот, 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 быстрее, лишь бы лопата не сломалась раньше времени. Так, 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 давай, нюкем, 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 не подведи, не подведи, не подведи, на тебя с надеждой. Мама, папа, на тебя молятся буквально сейчас. И вот я уверен. Интересно, как думаете, этого хватит? Этого хватит для того, чтобы закрыть все дно гравием? Блин, а все, лопата сломалась, все, закрываем, закрываем дорогу, чтобы дядечка не ругался этот. Смотрите, какой, оказывается, у нас сосед добрый. Блин, я бы и не подумал, что он такой классный. Реально, я сначала подумал, что он маньяк. Но вы, ребята, если будете в такой ситуации, все равно не ходите никому в гости, никому в гости не ходите, только если со взрослыми, потому что мало ли он каким-то идиотом окажется. Не-не-не-не, так нельзя рисковать. Так, быстрее, быстрее. Кладем гравий в самый низ. Да, вот так, вот так, вот так. Как думаете, нам хватит? Я думаю, что хватит. Вот. Эй, нюкем! Что? Тебе с водичкой помочь? Помочь с водичкой? Да, если не сложно. Ну давай, хорошо, хорошо. Блин, кончился гравий. Эх, ладно, придется песком. Ну, что ж поделать? Что ж поделать? Ну зато он такой большой у меня бассейн. Большой бассейн, я думаю, это круто. Это реально круто, согласитесь. Вот, и такая лестница у нас будет. Так, так, так. О, ты мне принес воду? Спасибо. Буль. О, слушай, ты красава, настоящий друг. Так, а что ты мне помогаешь? Ты о себе тоже позаботься, пусть у нас будет честное соревнование. Все хорошо, все честно. Давай, сделай побольше себе, сделай побольше. У меня хоть не он и зафейлился подвоха. Из-за того, что, слушай, у меня, видишь, не весь полностью, не все полностью дно из гравия. Блин. А, ладно, тогда можешь, пожалуйста, если ты мне взялся помогать, дотаскать воды, я пока что оставшийся гравий. Ай, блин. Ладно, пофигу, уже не успею. Ну, у него классный вообще, смотрите. Эх, блин. Быстрее, 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 быстрее. Да чё же он не бегает у меня почему-то? Так, вот-вот-вот, там еще осталось. Вот, отлично. Слушай, ну прикольно получилось. Давай я тебе тоже помогу, давай я помогу тебе тоже. Так, как не бы... Не беспокойся, у меня а все чего? Хорошо. Вот тут надо ровнее маленько сделать. Вот так поставим, здесь уберем. Вот, все теперь симметричный. Ну, круто. Классно вообще. Так, 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 эх, блин. А, точно, вот, я сделал тогда из уплотненной земли. Из уплотненной земли я себе сделаю, типа, доску для прыжков. Мне кажется, а, классная идея, да? Так, вот неплохая, так. Неплохая. Вот так, вот, и отсюда можно будет прыгать. Мне кажется, прикольно. Так, вот, возьмем еще маленькое дерево. Да, очень прикольно. Так, ну, по идее, скоро 5 минут кончится, наверное, придет уже скоро. Так, вот, еще бревно взял. И еще одно. Так. Вова, ну ты, блин, давай, заканчивай свой бассейн. Вова. Слушайте, какой хороший у меня друг, хорошо. А? У меня помогает мне. Вот видите, он, наверное, подумал, что да пофиг. Какая разница, лишь бы хотя бы у одного был классный бассейн, чтобы нам дали ту тачку, а уж мы ее между собой поделим поровну. Вот, сейчас сделаю себе еще досок из этих бревен. Меня батя учил. Сейчас, вот так. Все, отлично. Вот, шикарно. Так, Вов, помоги, пожалуйста. Вот, сделай ободок, а, из досок. Хорошо, конечно. Я сделаю доску для прыжков. Да, а то и песчано развалится по-любому после первого же прыжка. Так, так, вот. Мне кажется, неплохо. Вот такую. Да, очень хорошо. Так. Классно. Закрываем. Во, смотри, такой поребрик, как в настоящем бассейне. Мне кажется, вообще прикольно. Mm-hmm. Слушай, ну, блин, ну мне как-то неловко. Ты так мне помогаешь. Спасибо тебе огромное. Не стоит. Вот, отлично.
Так, ну всего две осталось. Давай тогда до конца. Пусть он будет асимметричный. Хорошо? У меня еще 10 досок есть. А думаешь, хватит? Ну хорошо, давай. Два. У меня всего одна осталась. Три. Четыре. Пять. Ой, я уберу, я уберу. Сейчас он уже прибежит. Помогай там, с другой стороны. Ага. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Так, и давай тогда вот сюда, вот сюда поставь, пусть будет как ступенька. Вот, окей. Отлично. Слушай, ну вообще шикарно. Ладно, тогда пойду его позову, хорошо? Чтобы уж время да, не тянуть. Да, конечно, иди. Ну, по-любому, 5 минут уже кончилось, а то вдруг он там уснул. Дядя! Так, а где он? Интересно, он видел, как мы старались с Вовой? Где он? Дядя! Дядя, вы где? А, что, залезать к нему придется? Дядечка, вот вы! Я вас вижу! Все, готово! Готово. Ну что ж, сейчас подожди секунду, ты пока пройди сюда. Ага, хорошо. Пойди, чтобы не стоять там. Ой, так. Сейчас. Ой, какая машина, блин. Вот приду. С Вовчиком будем гонить. Можешь мы можно машину выберем? А? И какую? Ну, если выиграем, конечно, если выиграем. Я вы не обидитесь? Сам решу, какую. Ладно, хорошо. Хотя Марчелага тоже будет классно. Ребят, напишите в комментариях, какую бы машину из этих троих вы бы хотели себе. Маруся, Додж. Блин. Ну как? Ну, пошли посмотрим, какие у вас получились бассейны. Да, пойдемте. Так. И где они? Дядя! Чего? Дядя, не проходи мимо, иди смотри, чего, вот. Мальчик? Мой бассейн. Бассейн Шайни. Какой красивый бассейн Шайни. А в смысле? Правда ли, дядя? Это мой! Это мой! Бассейн Нюкима. Это бассейн Нюкима. Ну, Нюким, ты даёшь. Вот, ты меня обманул, что ли? Кидала. Эй, дядя, давай. Ну ты кидала. Ну ты молодец, Шайни. Да. Вов, я тебя не ожидал. Я сейчас прыгну. Ну даешь. Смотрите, блин, ребята, точки по краям прям. Ну капец. Красота. Все, Шайни, ты просто кинул меня. Пошли, я дам тебе машину. Пойдем. Как так бывает? Вова, блин. За что ты так со мной поступил? Пипец. А мне все средства хороши. Ну меня допустите. Не надо себе чужие заслуги брать, понимаешь? Иди лучше и подумай о своем поведении, мальчик. Ой, ну идите вы все нахрен, задолбали меня. Сам себе такую машину сделаю, идиоты. Все, ну вас к черту. Ладно, ребята, ничего, мы им отомстим. Мы им обязательно отомстим. Все, ребята, с вами был Нюкем. Всем пока. Thank you.